Я ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твой мозг адаптируется думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду вообще мой родной язык, это румынский, но у меня очень большой молдавский диалект. Я так говорю, шифаш мои кумбяса. У меня никакой некрасивый румынский, поэтому мне немножко, не знаю, как говорить на румынском на YouTube. Меня очень много людей просят. Но, боюсь, они разочаруются, потому что мой румынский, он с молдавским акцентом, вот. Ну, я, конечно, могу говорить на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американцев пытаться говорить на британском акценте. Это просто, это не я, и это меня, не знаю, это мне просто пытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то странно говорить «до свидания», потому что я не знаю, когда будет следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот, я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте свои комментарии, я очень обещаю, я вам прочитаю и отвечу на сколько я смогу. И да, я вас очень люблю. Пока! Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала за это видео. Я уже переделывала раз 5, потому что, не знаю, мне что-то не понравилось, как я разговаривала. В общем, я вообще переживаю, что вам это не понравится, но я наконец-таки решила это сделать, потому что я вам обещала. И я знаю, что очень многие из вас ждали, и я все вас разочаровываю, говорю, что будет видео на русском, и только оно никак не выходит. Тут сегодня этот прекрасный день, наконец-таки видео на русском на моем канале. Ура! Я знаю, вы все, наверное, в шоке. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Многие из вас не знают многого обо мне. Я немножко оставила информации про себя на своем канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России.